вот уже два месяца детский сад номер 4 станицы Северской пустует. Дошкольное учреждение вынуждено прервало работу из-за отсутствия горячей воды. Детский сад отключили от горячего водоснабжения, как и ряд других организаций и жилых домов. Причина – задолженность за потребленные энергоресурсы филиала СИС суб ЖКХ. Вопрос о возобновлении работы котельных и закрытия долгов находится в стадии решения. А пока сад решили обеспечить электрическими водонагревателями. На эти цели из муниципального бюджета выделили около 900 тысяч рублей. С 27 июня подрядчик приступил к работам и начал монтаж водонагревателей, электропроводки и водоснабжения. Всего в саду установят 25 бойлеров, чтобы обеспечить горячей водой все группы и пищеблок. Открыть сад планируют в начале июля.